Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусного летнего освежающего коктейля. Он состоит из йогурта и арбуза, и если вам интересно, как я его сделала, то оставайтесь со мной и посмотрите. Вот здесь у меня в этом кувшинчике уже приготовлено 300 мл измельченной арбузной мякоти. А вот здесь в стаканчике у меня йогурт, самый простой, безвкусный. И я уже приготовила стакан с трубочкой. Вы можете сделать так же, как я. Да, кстати, как я это сделала. Я просто взяла несколько кусочков арбузной мякоти и измельчила их отдельно миксером для того, чтобы у меня получилось 300 мл. Да, кстати, нам нужно 300 мл вот этого вот получившегося сока и 200 мл йогурта. Если мы делаем один стакан, одну порцию. Если вы, конечно, хотите две порции, то нужно все умножить на 2. Все готово. Этот коктейль лучше всего пить сразу, как только вы его сделали, чтобы ингредиенты не перемешались обратно. И поэтому, чтобы было вкуснее, следите за тем, чтобы ингредиенты были только что из холодильника. В общем, чтобы у вас получился напиток охлажденный и свежеприготовленный. Если вам понравилось, ставьте мне большой палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал, смотрите меня почаще и оставляйте комментарии. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!